Благопожелания можете посмотреть на бурятском языке, а на случай жизни. Ну, бурятский язык, конечно, может и не знаете, но это и посмотрите, и почитаете, может быть, то, что у нас же есть общие корни. То есть у народа саха и у бурят монголов когда-то было общее место проживания, вы знаете, да, получается? Да, в 13 веке вы же жили около Байкала, потом уже наши пути разошлись. Но несмотря на это, я считаю, народ саха, братский народ, мне очень, знаете, что нравится. Ваша получается отношение, ну то есть ваша верхушка, да, национальная, скажем, элита, да, отношение к народу, к языку особенно, потому что у вас развитие вашего национального языка саха на очень высоком уровне находится. Я просто общаюсь с вашими ребятами, я и знаю, о чем говорю. То есть молодежь, то есть ваш в свое время Николаев, 90-е годы Айсен Николаев, я правильно сказал, да? 90-е годы был президент республики. Он сделал все, чтобы все касаемо культуры саха было на высоком уровне, было престижным. Вот это я хочу, я бы, наверное, пожелал бы такое же отношение нашей верхушки. Говорят, что язык нужно знать. Обязательно каждый человек должен знать свой родной язык. Что саха, что бурят, что тувинец, что казах и так далее. Вот. Потом почитайте, может, найдете какие-то знакомые слова. Я уже вижу. Вот знакомые слова. Вижу. Я почему специально такую маленькую книжку, потому что знаю, что вы путешественник. Большие книги тяжелые, это тоже, так сказать. А вот маленький, этот, чисто символический, много места не займет и не придавит вас, мне кажется, грузом лишним. Я думаю, так. Вот. И знаете, еще хотел сказать самое главное. Вот вчера я вообще, получается, администратор групп разных, литературный мир Бурятии, Бурятия онлайн, я там тоже админом работаю. Также Неономады, это казахская группа, мы там, я же сказал, единение монгольских народов, тюркских народов, мы это, получается, пропагандируем, единение всех кочевников. Татары, башкиры, хакасы и так далее. Да? И что я хотел сказать в этом плане. Вчера я вылаживал новости, да, получается, негативные, когда наши, получается, организация, скажем, да, местная, официально, да, Тенгари, поступила не очень таким образом. Ну, не, не,
не могу их судить, получается. Но потом, в дальнейшем я выложил другие видео с вашей группы, кстати, репосты, что по-настоящему, настоящим восточным кочевническим гостеприимством. Эти видео я выкладываю. Я постоянно репосты делаю в Бурятии онлайн на ваш, на вашу группу, получается. И вот адрес тоже я сделал репост сегодня. Но его почему-то удалили, кстати, без меня. Видимо, кто-то тоже противодействует везде, как и та организация. То, что есть другие шаманы настоящие, которые верблюдов не сжигают, которые вас поддерживают, вы это, наверное, прекрасно знаете. И у нас есть друзья среди бурятских шаманов, они всегда нас поддерживают. И многие ламы вас, и наши буддийские традиционные самки поддерживают, именно кто имеет свое мнение. Ламы уже на свет видели, считаются у нас. Тем более, поэтому я считаю, что вот такие, надо нам объединяться, а не разъединяться. А то начинается там, я видел в интернете, вот начинают про бурят говорить плохо, что вот они такие, это опять все это взяли грубо, матерятся. А это же не все, это какой процент такой? Настоящий народ вас поддерживает полностью, целиком полностью. Такие как молодежь особенно, вот молодой человек со мной тоже приехал, так же получается. Вообще он на такси меня привез. Как он услышал, что я еду к вам, он сказал, можно тоже зайти вот так же. А вот сейчас чисто случайно. Вот, тоже хотел вам случайно сказать. Не бывает. А он искал, видите, способ, как вас встретить, и не мог. А я вызвал такси, он приехал, я ему сказал, что еду к вам. Вот он здесь, получается. И тоже вас созерцает, и, наверное, тоже сфотографироваться хочет. Да нет, наверное, я просто пожелаю счастливого пути. Наши братья и сестры оплатят мне дорогу. Чего переживаешь? Коллега своих узнает. Очень было. Вам всего самого хорошего. Главное здоровье. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя. Ты на моего племянника. Вы статью сегодня напишите, да, ВКонтакте? Что вы хотите? О встрече, да? Вы сфотографируетесь? Я даже в неономадах, меня скинет, я в неономадах, по крайней мере, в неономадах, где все кочевники, я это выложу, получается, видео. Опубликую, что-то я там говорю, плохо не скрипит, пытался. Какой есть, да, такая есть? О, слегка, видимо. Так что вы не обращайте внимания, если там негативно наши буряты. Нам да, уже все понятно уже стало. Потому что есть настоящие люди. Они просили, еще раз просили. Это наш главный принцип. Просили. Прощение. Мы же якуты не просто шаманисты. Мы христианские шаманисты. Да, мы не языческие шаманисты. Мы христианские. Для нас Христос самый лучший друг. Вы давно уже христианские и православные. У нас тоже в республике Бурятия мирно существует, и христианство давно уже. Я сам крещеный, вот и христианство, буддизм, шаманизм у нас есть. Христианский шаман. У нас довольно такая в религиозном плане толерантная республика. Якутия это полностью толерантно. У нас получается есть такая шутка, здесь образовалась. Жители Бурятии может утром пойти к шаману на прием, вечером к ламе, а днем зайдет к батюшке, допустим, в церковь. Вот такая шутка есть. Ну, то, что у нас религиозный вопрос вот такой не очень жестко стоит. Тем более, видите, приезжайте к нам в республику Бурятия, Саха, ждем, потому что я, несмотря на то, что вы тюркский народ, мы тюркский народ, у нас все равно общие корни, мы все кочевники, мы все люди, скажем так, поэтому приезжайте к нам в гости. Мы, я тоже, если пригласите, давно хочу в Якутск сесть, у меня давно мечта не было. Я очень много читал о вашей республике, хочу очень посетить Саха-республику. Да, приходите, к началу лета, в конце мая, начале июля, там у нас праздник, Исых называется, национальный. Ихах, туда, по-другому еще Ихах называется, да. Это кумысом окроплять называется. И поэтому приходите. Вот. Хочу приехать обязательно. Да, обязательно. Девушки красивые. Нет, везде они красивые. Все девушек, они везде красивые. У нас тоже ничего. Ну вот уже жена, все уже. Да еще интернет нас уже вовсе. Единый мир уже. Новый мир пришел. Вот видите, благодаря интернету узнал адрес, приехал. Человек узнал вот так вот. Я сделал репосты на вашу это везде. Информационную огласку.